Купание за буйками строго запрещается. Вернитесь в зону купания. Не заплывать за буйки, не курить, не разжигать костры и не приводить на пляж домашних животных, иначе лишение экологического сертификата. Со своей стороны арендаторы пляжей гарантируют отдыхающим комфортные лежаки, зонты, теневые аэрарии, раздевалки, наличие службы спасателей и неотложную медпомощь. Одним словом, комфорт и высокие стандарты качества. Пляж «Ривьера» – один из 13, над которым будет развиваться голубой флаг, как знак того, что здесь соблюдаются все требования международной экологической организации. Высокое качество воды на пляжах с голубыми флагами подтверждается пробами, которые в течение купального сезона делают 20 раз. Для них очень важно качество морской воды, которую мы отбираем каждые 10 дней. И, соответственно, наша вода подошла, и мы уже начали готовить документы, готовить всю инфраструктуру. Все поручни для инвалидов, все спуски в воду для инвалидов, ну, чтобы, скажем так, была полная доступность ко всем услугам, которые предоставляет наш пляж. Комиссия сначала дистанционно все оценивает. Они, получается, выдают заочно, но, допустим, они приезжают и что-то у нас не подходит, они просто забирают и все. То есть там никто особо не церемонится. А вот Приморский пляж высший экологический титул получает уже второй год подряд. Вода здесь также соответствует требуемым параметрам. Мы все-таки только привыкаем к тому, чтобы благоустраивать каждую деталь. И когда мы, например, вот на 10 сантиметров не сделали шире пандус, это нарушение, и мы все переделываем, согласно международным нормам. Нам сейчас выдали голубые флаги, согласно первой проверке. В середине лета, без предупреждения, приезжает вторая проверка. Может приехать третья, четвертая и пятая на любой пляж. И если там будет обнаружено хотя бы одно серьезное нарушение в рамках безопасности, экологии или благоустройства, это лишение флага. Тут тотальный контроль ежесекундно должен происходить. Голубые флаги арендаторам пляжей сегодня официально вручил глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, голубые флаги – это новый уровень гостеприимства Сочи. Город к этому шел 10 лет, в том числе борясь со свалками и канализационными стоками. Мероприятия были немаловажные, которые нами были сделаны с 2014 по 2017 год. Это 17 тысяч незаконных в подключении к нашим ливневкам и к нашими жителями, которые свои стоки сбрасывали в реки, в ручьи и, конечно, нашу ливневку. Это огромная была работа, которая впоследствии дала возможность нам претендовать на голубые флаги. Все 13 сочинских пляжей с голубыми флагами отметят на специальной карте рекомендованных для отдыха пляжей мира. Вот только развиваются флаги всего один сезон, а на следующий их снова нужно будет заслужить. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.